Всем здрасте. Другая жизнь приветствует вас. Эпопея прозвона лесов вдоль рек продолжается. Мы здесь в этом лесу были год 3 назад. Но мы пробежались так краешком, мы еще искали немножко другое. Вот. Решили повторить только уже. Ну, сейчас осень, сейчас ходить реально. Ребят, первая нормальная находка, и у меня руки затряслись, если честно сказать. Это зачетище, это, наверное, зачет сезона. Сейчас покажу. Сразу говорю, здесь грунт, песок, где-то на штыке лежал, смотрите. Так. Смотрите, какая крестяра. И он с охраней целый. Воду мы не брали? Не брали, мы поехали на 2 часа погулять. Вы посмотрите, какой крест. Я таких, честно говоря, мы не находили никогда, это первый раз. Это прям бомба, и он в сохране весь, хорошенький. Ну, ребят, сейчас мы описание прикрепим сюда в видосе. Думаю, что лайки мы заслужили. Ходим мы, ходим, 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 ножичек очередной. Спустились во враг, перелезли на ту сторону, там советские трактора потрудились. А здесь, да, вот эти холмины мы проверяем. Вот, уже, ну, некоторые сигналы я, конечно, не снимал, там ножички мы доставали, но не очень старые, не которые надо. Ну, тоже старый кованый. Время-то нам буквально чуть-чуть сегодня вышли-то походить. Такая удача пролетела. Идем к машине. Издалека как будто обезьянка на дереве сидит. Приближаешь, понятное дело, да? Так она прям обняла и сидит. Прикольно. Короче говоря, вот здесь на склоне сейчас нашли строение, походу, стояло какое-то. Кирпич старый, где-то 18-ка. И вот весь вот эта вот, вся вот эта полянка, чернина, какие-то оплавыши, непонятно, что здесь за плавильня была. Чушку такую круглую достали металлическую, ну, железо. Что-то здесь сделали. На картах, естественно, здесь ничего не было. Здесь была только старая дорога через вот этот лес. У нас передых небольшой. Так, друзья, день второй. Есть у нас сегодня пару часиков. Естественно, мы полезли в лес, где нашли чудесный, прекрасный крест. Вчера меня сожрала мошка всю рожу. Просто и голову. Сейчас говорю. Да. Так, у Любы там какой-то сигнал, вроде как монета. Сейчас я к тебе приду. Сигналов здесь немного в этом лесу. Да и лес, в общем, на самом деле небольшой. Ух, какая полянка. На реке. Так. Какое, любимое? Всех с той стороны реки-то мы как бы там очень неплохо собираем. Посмотрим, что здесь. Как всегда, на пробочных сигналах бывает. Есть надежда, что что-то интересное. Где? Вон она. Изымай. Это империя. Ну, я понял, что империя. А что за империя-то? Нет, 24-й год. Да ладно. 2 копейки. Да шоп тебя. Но она в сохране должна быть. Оп.
Я же сказала, я не доставал. Ага. Будем Андрюхиной жидкостью очищать. Попробовали, вообще бомба. Андрей Хабар. Растворчик для чистки. Монет. Монеты не только. Работает классно. Ссылочку прикреплю на канал. Кто не знает. Слушай, смотри, она такая. Пойду я прибор искать. Я его где-то метрах в 100 ставил, пока к тебе шел. Вот тихо-ха, где-то там. Иди ищи. Сейчас хобот свой покажу. Пожертый. Вот, видите? Вот так вот. Вот это непонятно, то ли тебя мошка сожрала, то ли лосиная мышь. Лосиная вша меня укусила в грудь. Они кусаются не сразу, они долго-долго по тебе ходят. Ну вот, и, видимо, обычно их чувствуешь. Ё-моё, я откуда-то не отсюда пришел. Вот, обычно их чувствуешь. Тут, видимо, я пропустил, садануло. Болит долго, заживает. У меня в прошлый раз, в том году, да, укусила. Блин, заживала. Сейчас, мухомор, подожди. Сейчас я прибор заберу, к тебе припрусь сюда. Здесь вот интересные лесочки есть. Главное его найти. Там вон я нашел какую-то поляну, куча железа и проволоки. Советские поработали. Так. Такая вот морда. Пришлось сейчас антигистаминные пить. В глаза капать. Короче, я был такое. Лет на 6-7 назад в Астрахани что-то мы сидели на берегу. Мне сожрали ноги. В шортах. Потом меня колбасило. 40 температура. Ух, как лихорадка была. Он прошло. С тех пор, видимо, появилась аллергия на укусы мошки. Ну, вся рожа вот. Вся. Ладно, прибор я нашел. Идем в ту сторону. Прибор забрал, пришел сюда, пока ходил. А, еще монету дернул. Рядом. Раз, два. Ну, это уже... 28-го года. Да, что не 27-го, как прикалываемся. Ну, да. Да, вот такой патинки. Приятно все равно. Прям вот, соседний. Вот. Крест тысячелетний. И советские монеты. Что, очень хорошо. Просто замечательно. Ну, мы же не переезжали ни в какой город. Не, он лес маленький, на самом деле. Может быть, метров 300. Ну, чуть побольше. Может, побольше, может, 400 вдоль реки. Кусочек такой между полями. Вот что угодно, как обычно. Что угодно, где угодно. Ладно. Посмотрим. 24-й год было глубоко, это понятно. Нет, больше. Советы, значит, где-то здесь могут еще быть. Ладно, посмотрим. Закапываем даже в лесу. Вот, вот, вот. А дело, то, блин, дело ходит, говорит. Нароют канал. Ноги переломать, как нехера делать. Вон птица какая-то. Так, Люба пошла кружиться, а я прозвонил в 2 метрах. И уже не совет. Ух ты, она блестит-то как интересно. Угу. Смотрите, какая. И далее. Полушечка, 1735 год. В общем-то, в офигенном сохране, но здесь песок. И что здесь такое? Почему империи и советы рядом? Да. Высокий берег реки. И на берегу реки произрастает вот такое чудо. Это ель. Это ель. Вы посмотрите, я не знаю, сколько ей лет. Смотрите, какая она огромная. Как будто живая, куча рук. Как будто сейчас такая вся... И схватит тебя. Поразительный лес поменялся. Мы ушли где-то метров на 100 дальше, чем планировали. Время-то близится к 6. Да и похрен, у нас фонари есть. Вот, вы посмотрите. Это просто что-то потрясающее. Не часто такие деревья попадаются. Прям Змей Горыныч. Да. Мы вот так подымемся, вот так вот. И так-нибудь вот через туда уйдем. Вверх. Ну а почему нет? Ну, а почему нет? На советике-то, может, налетим. Ч
чудо вот такое. Камера хорошо осветляет. Нашел типа ножичка что-то вон там. И дальше иду. Хлоп. Люблю я лес. Люблю я лес за то, что здесь все это сохраняется. В песочке особенно. Рады берем. Так, походили 2 часика. И завтра еще у нас тоже 2 часика вечером только будет. У нас не получается сейчас полноценные выходы делать. Угу. Приехали посмотреть на этот железток с другой стороны, как тут. Скосили, не скосили, чтобы подъехать. Приехали прям вот 300 метров до места, где мы нашли крест. Посмотрите. Здорово, да? Здесь можно и по лесу погулять, и поле это посмотреть. Мы, кстати, никогда не ходили. На самой горе мы нашли тогда там распаханный амбар. Я так понимаю, что нашли амбарный ключ. Что-то еще, я уже не помню. Но здесь имеет смысл пошастать и по лесу, и по полю. И там все скошено. Так. Ух, аж красота, прохладно. Мошки сейчас почему-то нет. Рожа только начала отпускать. Вон, видите, красавчик. Охренеть можно. Ладно, хлоп, и новый день. Вот и настал новый день. Только день не следующий. Господи, это откуда взялось? 2 недели почти прошло. Я как с вами поговорили, вот этот лесок я показал. Меня, видимо, укусили в щеку лосиной вши. И раздуло у меня рожу, как от пчел. То есть лечились. Но продолжаем лесные похождения. Сейчас лезем в следующий лес. Не тот, который мы показывали. Туда мы все-таки сунулись, ничего там не было. Следующий по направлению реки. И смотрим его. Да, ребята, выскочили мы пулей из леса. Прошли 50 метров. Еле вылетели. Все, сейчас перетряхиваемся. Лосиные вши, тьма. Облепили просто с ног до головы. Короче, леса нас пока гонят. Пока. Ну, вон здесь поля. Будем, да, ждать, пока похолодает. Сейчас здесь по полям пошастаем. Есть еще одна идейка там. Амбар где был. Там тоже скосили. Может, там сейчас полазим. Что, друзья, иду за машиной. Любка там он на дороге оставил, пусть там по обочине пока походит. Сейчас заберу, поедем ближе к деревне. Лосинки даже в поле достают. Ветер когда есть, нормально. Как только он стихает, моментально тебя облепляют с ног до головы. Да, долбали. Это, между прочим, сейчас у нас 3 октября. Я не помню, чтобы они в это время уже были когда-то. Они обычно август, сентябрь, начало уже сходят. Проблем от них потом не оберешься. Едем на чешуйные полянки добирать. У нас есть 3 часа. И завтра едем в Москву. Оп, извиняюсь. Надо немножко поработать. Там опять сюда едем. Еще неизвестно, что с этим коровьим вирусом будет. Там опять что-то все закрывать начали. Есть большая вероятность, что сейчас всех опять отправят в удаленный доступ. И тогда валим обратно сюда. Ладно, сейчас к машине подхожу. Рыбку забираю и едем пробовать чешуйки найти. Сейчас сниму красоту. И скажешь, о, пожалуйста. Вот они. Чтоб кто не знает, что это такое. Оп, улетело. Сейчас поймаю, покажу. Они, конечно, смешные, забавные. Но гады больно кусаются. Кто эти места знает, тот поймет. И скажешь, красоте неописуемо. Нет ничего вокруг. Нет, ну деревня-то есть, естественно. Вот. Но здесь классно. Все, ладно, будем дальше сейчас передвигаться. Вот такое урывистое видео кусочками. Как быть-то? Вот так вот осень золотая.
Это у нас тетя Люба, а вот это полянка. Прям дома, вот она небольшая-небольшая. Здесь, кстати говоря, овражек, вы, наверное, видели, мы здесь на берегу как-то через него пролезали, я серебро поднял. Вот его надо тоже прозвонить. Пробочный сигнал был. Вылезает вообще поздний совет. Что-то поздний, совсем поздний, 87-й год. Охренеть, пятачок. Ну и забираем. Что бы и нет, а у тебя там что? А? Что-то выкопалось. Ни хрена, где-то в яме. Чего ты? Да я снимаю. Хрень. Хрень, хрень тоже интересно. Подкорм. Ну не пойми, то ли подкорм. Сигнал так себе. Не пойми, снимаю. Так он там. Ножом на, ковырни. Корень ты не хочешь. А ты из-под него. Ой, сейчас извиняюсь. Интересно, что там? За шмурдина глубокая вода. Слышишь, я думаю, что это железо. Да, я сейчас. Ладно, мы сейчас проверим траком и посмотрим. Странно. Ямочка. И что-то я вообще удивлен. Ямку можно было не рыть. Прям верховой сигнал в траве. Полушка. Воду не брали. Потом будем оттирать. Ну, сохран может быть убитый, конечно. Но в любом случае интересно. Прям верховой. Люба счастлива. Вот он, край оврага. А вот и первая чешуя петровская. Сейчас сниму. Дай. Блин, мошка. Ну, мошка есть, да, чуть-чуть. Сейчас фокусируемся. Вот она. А в рот залетел. Петр. Замечательно. Берите, Петр. Замечательно. А здесь стертая вообще. Ну, почти ничего не видно. Ничего страшного. Лазим по врагу. Выбрались из оврага. Прошли по той полянке, ну там неудобно, там крайний дом, народ шашлыки жарит, трактор какой-то завели, ну как-то я не знаю. Собачка маленькая бегает после операции такая, вот и в воронке на голове за нами и лает. Перелезли обратно сюда, во враге пока больше ничего нет. Ну, какая-то романовская. Следующая чешуйка, сейчас снимем. Очень хорошо, ну к сожалению, походила она. Затертая... Ну да, такая вот. Непонятно, но приятно. Тарахтят. Тарахтят. Что-то делают. Кому интересно, кто начинает или еще что-то, всегда смотрите сопутку. Вот попадаются пуговки, гирьки. Зачастую в этих местах попадается и чешуя. Так, следующая чешуйка интересная. Ее, походу, то ли согнули, а потом штампанули, то ли что-то еще, сейчас покажу. О! И это не трещина, а переверни. Нет, это именно вот согнутая. Потом вот так. О, а с этой стороны сейчас. С этой стороны. Ничего. А что с этой стороны? Что-то есть. Ну, что-то там проглядывается, да. Ой, как хорошо ее собирать-то. Прям замечательно. Друзья, смотрите, короче говоря, рассказываю умозаключение. Здесь достали вот три чешуйки. Или сколько? Три, да, там было? Две. Две. А, да, две. Все на одной линии. Ладно, и там в середине я копнул яму, черный сигнал копал. Там остатки красного старого кирпича. Конечно, здесь был дом. И очень много железа прямо вот на этом пятаке. Просто вот как будто по фундаменту ходишь. В сторону чуть-чуть отошли. Опять чешуйка петровская маленькая. И низ от килевика. Крестики тех времен как раз-таки. То есть по ходу дела все-таки тут стоял дом или дома. Вот и вся
история. И надо потом, как вот здесь, конечно, по бароне походить, по распашечке. Все-таки стерня есть. Мы успели поймать. Да, на маленький мешается. Это уже будем закругляться скоро. Ну, это место будем пробивать дальше. Ребят, ну тут нашим, короче, видео, конечно, супер. Это находки года вот у нас в этом видео. Я просто не помню уже, чего, куда снимал. Крест вот этот совершенно сумасшедший, который... Или бы, ну, который переливка с Энкалпиона, я так понимаю. Ну и смотрите, что мы нашли дальше. Оба. Вы посмотрите, какого он размера. Могу достать чешую для примера. Достань. Опа. Вы посмотрите, какая красота. И он целый. Вон там, кстати говоря, вон за теми деревьями, тогда Василия Третьего подняли чешую тоже. Сейчас сравним. Вот Петровская чешуя. Да. Вот оно. Вот пятак 87-го года. Вы посмотрите. Ну это бомба. Ребята, это просто бомба. Это нашли, так нашли. Такое вообще попадается очень редко. По крайней мере в наших краях. В наших краях, да. Для нас это вообще супер. Ну что? Лайкосики-то мы заслужили. Ставьте пальцы. Вот это, конечно, бомба. Вот вам. Звонил. Как он звонил? Да я просто... Ну, как серебро, наверное, звонил. Ну, естественно. Как нормальный, обычный серебряный монет. Супер. И время-то уже практически ничего не осталось. Ну, понятно, что нам второй такой вряд ли дадут. Так не бывает. Она еще там яму так подробно вызванивает. Как будто там что-то есть. Есть, что ли? Фонит. Фонит, сейчас я прозвоню. Ладно. Этот верхем, я пока не знаю, но вы, скорее всего, уже видели, что это такое. Так, ты не теряй. Следующий сигнал. Но это уже 2 копейки Александра. Капусточка в простонародье. Будем отмывать, смотреть. На, убирай. Как всегда, у нас весь день ходим, чтобы после 5 вечера что-то начиналось. Вообще цирк. Но клево. Следующей находкой крутяшка от керосинки. Да прикольно, а что, сейчас прочитаем, попробуем. Темнеет, но камеры еще хватает. Ой-ё. Стоквасер какой-то. Блин, хрен его знает. Ладно, берем. Уже темнеет, а мы еще пока не уезжаем. Крестик-крепесточек. А был хороший. Был хороший сигнал. Идем к машине уже, все. Мы довольны. Строение хорошее. Вот вам он. Онлайн. Хороший, онлайн. Но порой бывает винтовая пробка. Ну да. Онлайн копчики. Может, не будет винтовой пробки. Это полмонеты. Полмонеты? А может, не полмонеты, я не знаю, что это такое. Где такое? Не знаю. Ну какая же бонь, короче говоря. Так тоже бывает. Ну, кругленькая и медная. Черт, я знаю, что это такое. Thank you.
друзья, вот и подошел к концу очередной выезд, коим мы очень довольны, особенно круглая блестящая белая монетка. Что это такое, я думаю, что вы уже видели, потому что мы еще пока ничего не знаем, но радости полной портки, прямо хоть вытряхиваю ее оттуда. Ладно, за сим откланиваюсь. Спасибо, что с нами гуляете. Всем здоровья и пока.